Внимание, друзья, сад Железова, 5 апреля, все спит, прививки делаются скелетные, значит, очень короткая для шорца. Итак, вот этот длинный ряд, полтора десятка вишневых деревьев под названием, на самопровозглашенное название Железовым, вишня сибирская штамбовая. Значит, урожай сотни тысяч ягод каждый год, без ухода, без полива, без подкорма, без ничего, на протяжении 40 лет. Результат. Начиная отсюда, сейчас покажу, и на всем протяжении, это, допустим, 50 метров, 70, еще влево вдоль забора поперечного. Вот такая картина. Ребята, становлюсь на колени, жертвую своими штанами. Видите, нет? Вот это все. Вот пока шорты, он же короткий. Вот это все. Все съели мыши. Вот. Это благосостояние России. Все вот так вот на ширину метр. Это только с этой стороны. А что там делается, туда лучше не глядеть, потому что у настоящего ученого инфаркт хватит, но они не знают об этом. Это Сибирь, это Шушинский район, Красный хутор. Внимание! Это все, я могу так ползти, но у шорца обычно минута-полторы. Вот так, и до бесконечности вот так. Вот, это то, что должно было моими воплями переехать в Европу, стать основами новых садов, старые сады. Почему погибли? Почему? Это не шутки. Это общепризнанный наукой факт. Близкородственные связи, деградация, потому что косточками не размножаются. Только корневыми отводками. Я вам их показывал. Вот. А можно еще показать. Вот они. Видели? Это все корневые отводки, это все родственники. Все, друзья, шорцы дольше не выдерживают.